Всем привет, друзья, и я не удержалась, решила записать вот такое коротенькое видео, пока монтировала обзор на завтрашний день. Подскажите, пожалуйста, у вас, скорее всего, уже вот такие ключницы появились в продаже. Замечали ли вы такое большое количество брака? В них у нас в магазине одну нашла с нормальной надписью «Home», другая вообще с перевернутой буквой «M» была. Ну, а третий вариант меня вообще убил, какой-то «Хох». Я не знаю, у всех ли так или просто у нас вот такая партия получилась бракованная. Обычно она стояла вроде здесь, да?